Кстати, есть еще нюансы, что открывается еще вот так. Тут надо аккуратно, потому что они могут прилегать. А я отрезал, не отрезал. Либо это... О, два сразу, ты смотри. Всем привет, друзья. Вы на канале Мишаня 2.0. Я Папаня Мишаня. Сегодня у нас будут вот такие интересные скрепыши, которые от магазина Пятерочка. И также их можно приобрести на Алике. Это не реклама. И, кстати, кто знает, разбирается намного лучше, то, пожалуйста, напиши, это оригинальный, либо нет. Почему я задаю этот вопрос? Да потому что вы почитайте. Тут, ребят, написано на русском. Игрушки, бравлы и так далее написано. Хрень при температуре 5 плюс 40 градусов и так далее. Тут написано даже Россия, Москва и так далее. То бишь, возможно, Пятерочка заказывает, кстати, у китайцев, у ребят с Китая, которые делают чуть дешевле и высылали им большую партию. А остаток либо у них там есть, либо они это продают. В общем, я не знаю. Кто знает, то, пожалуйста, напишите. Это оригинал, либо это копия. Сегодня у нас будет большая распаковочка от магазина, я сказал, Пятерочка. И посмотрим, какие вот скрепыши нам сегодня могут попасться. В общем, давайте сегодня распакуем. Я взял по 5 штук разного вида. Ну, там еще 5 штук какой-то из той другой кучки возьмем. Итак, распаковываем и посмотрим, что нам попадется. Всех персонажей я, конечно, нет. Тут Бравл Старс, нема вопросов. У меня, кстати, 20-ка, вон уже кубасиком. Друзья, конечно, это нечем тут хвалиться, но 20-ка это нормально. И еще, насколько помню, то, по-моему, сам материал вот этой упаковки в Пятерочке, ну, там, где делают скрепыши, то она идет в виде бумажной, но не из фольги, то есть и там просветить нереально. Так, кто нам попадется, и будем сразу смотреть. Вау, а это у нас, кто это у нас, друзья? Материал пластика, резина, вот это довольно неплохой. И смотрите, тут даже Пятерочка написана, нарисована. А какой это персонаж, я даже не могу точно сказать. Дальше. Вот этот с AliExpress, его также можно вот сюда затянуть и сделать себе в виде колечка. Делать это сложновато, кстати. Не так с первого раза и все и получается. А какой это бравлер? Так, почти получилось. Ладно. Почти получилось. И какой из этого бравлера, если честно, я не могу догадаться. Кто знает, пожалуйста, напишите в комментах, потому что... Ну, я подумал, это Сэнди. Вроде бы не Сэнди, зеленая маска. Что-то у нас может быть. Еще Роза. Роза вряд ли с таким лбом. Что-то может с таким глазом. Может быть, реально Роза. У нее там иногда вот эта лампочка сверкает, мигает. Ладно, я не знаю. Ну, точно это не Эмбер. Хорошо, в сторону. Открываем теперь вот такое, ребята... желтого цвета. О, а это у нас Пайпер. Вот Пайпер, тоже Пятерочка. И Пайпер у меня, вот она, красотка Пайпер. У меня даже есть вот такой скин интересный. И скин обычно, вот такой обычно. Вот она, наверное, вот тут в обычном. Все же меня, я беру розу, потому что роза мне больше, в принципе, тут нравится. В общем, вот такая у нас идет Пайпер. И с красненького открываем. Следующий, кто нам может попасться? Так, надеюсь, повторочек не будет. Так, убираем. А это у нас... сложновато, если честно. Они меняются в цветах, но повторочки у нас есть. Это два одинаковых, я бы сказал, бравлера. Так, вот так правильно сделал. Ну, вот на синем фоне она не сильно хорошо отображается. Я пока не могу сказать, кто это точно, если честно. Пиши в комментах. Открываем с этого боксика, с этой кучки. Большая распаковочка. Сегодня посмотрим, что и как, куда попадется, кто нам попадется. Давай. Надеюсь, я угадаю. О, ну, дружище Сэнди, кто его не знает. Вот наш Сэнди, он у меня практически прокачанный. Ну, на 500 кубасов, вот он, даже в синем фоне, синим вот таком, смотрите, ну что, похож, красавчик. Сэнди топ. Дальше, желтую открываем. Блин, реально тяжело открывать. Запечатано замечательно, замечательно тяжело. Все же я решил воспользоваться ножницами, потому что реально тяжеловато. Ого, так надо было так еще делать. Так, это у нас, по-моему, Лу. Похоже на Лу.
Так, Лу, так, если вот так, да, то это Лу, возвращаемся, и Лу у меня тоже примерно прокачанный, я люблю тоже им играть, Лу, где ты, мой дорогой красавчик, так. Вот ты, Лу, только у меня тут король Лу, а тут у меня обычный Лу. Хорошо, отлично, красненький теперь открываем. Поехали. О, пока! Кстати, я вам скажу, вот раз на раз, вот пластик, я вам скажу раз, вот этот пока довольно такой упругий. Вот этот, по-моему, более такой мягкий, нет, не этот мягкий. Вот этот Сэнди, по-моему. Кто его знает? Так, где мой пока? Аккаунт у меня практически фуловый, но за пока я мало играю. Вот наш пока. Ну, один в один похож, скажите, реально похож. Следующее. Так. Берем, открываем и смотрим скрепыши от пятерочки с Алиэкспресс, кто его знает. Нас... О, это у нас Баррели, дружище Баррели, вот он красавчик. С Баррели я тоже люблю играть, вот такой у нас красивый Баррели. Так, если дело пойдет, то можно в принципе собрать, ребята, всю коллекцию. Так, хоп-хоп-хоп, тут надо аккуратно, потому что они могут... прилегать, а я отрезал, не отрезал, либо это, о, два сразу, ты смотри, чё? Два сразу, как это, ребята, вы сами видели, два сразу, ты елки-палки, что это за джекбот, ха-ха, это класс, я не знаю, смотри, мне, так, Тара, Тара, так, смотри, какая-то странная синяя Тара, Тара синяя, как будто напила. А, кстати, вот синяя Тара. Вот вам. Ну что, похоже, да. Следующий, какой нам снова. Пэм, где наша Пэм? Она. Хоу, как она там постоянно говорит. Где наша Пэмка? А, за Пэм мне тоже не так часто играю. Вверх, я думаю. Вот Пэм. Вот Пэм. Ну что, похоже. Ну, да. Чем-то похоже, да, друзья? И качество, я бы сказал, нанесения вот этой краски, того же, я бы сказал, тоже неплохо. Кстати, у нас будет еще распаковка вот таких скрепышей 2 от Магнита. Так что давайте, друзья, лайк, подписка, комментарий, чтобы не пропустить. И тоже купили Салика. Так, открываем. Тинь-нинь, смотри. О, Мортис, давай. Или Кольт. Сейчас посмотрим. По-моему... это Мортис без цилиндра. Ты думаешь, да? Вот, Мортис. Да, да. Короче, это Мортис. Смешание подсказывает. Смотрите, ну тоже красавчик вот такой. Следующее. Открываем. Есть, вот так будем. 8 бит. 8 бит. Смотрим, где мой 8 бит. Тоже похоже, да? Нормально. Да. Кстати, на моем арке у меня там другой 8 бит. У тебя другой? Какой? У меня он, по-моему, классический 8 бит. Скин я себе за 30 девок такой купил. Кстати, есть еще нюансы, что открывается еще вот так. То есть париться сильно не надо. Это у нас... Это Леон. Леон? Да, он просто у них разного цвета бывает. Так, где мой Леончик? Он... Они, скорее всего, хотели закастомить Леона акулу. Кстати, да, смотрите, Леончик, вот этот, да, от пятерочки, Леончик вот настоящий. Чем-то тоже похоже. Так, у нас еще тут 3, еще 5 будем открывать. Пока. О, это Пока уже поинтереснее. Так, где этот Пока? Ищи Пока. Вот, смотрите, два разных Пока и как бы два разных скина. Какой лучше? Кстати, в шапке это получается... Мне вот этот больше нравится. С Хэллоуна, да, он, наверное, будет поинтересней. Хорошо. Открываем еще. Тинь-динь. О, Пайпер. Пайпер. Еще раз Пайпер нам попалось. Кстати, это того же цвета. Да, одинаково, в принципе, да? Ничего так. Абсолютно. Абсолютно. Еще. Запечатано отлично. Красный. Квадратно. Первый раз красный. Магнит? А, не магнит. Я думал, не магнит, пятерочка может быть. Значит так, там попался 8 бит. Был 8 бит вот такой, в синем исполнении и в красном. Оба они топовые. И потом мы сделаем такую интересную ленту. Давай, еще... пятерочка. Пятерочка. Еще раз Пока. Пика. Пика, пятерочка. Смотрите, Пока, два одинаковых и еще один вот такой. Практически можно одну коллекцию уже собрать.
Я беру еще 5 разных. 1, 2, 3, 4. И давай 5, Миша, давай 5. Решайся. Красный. 2 красных. Хорошо, открываем. Открываем. Тень. Это? Снова пока. Да пока это вообще нереально. Кстати, у нас не было вот такого пока. У нас только. Почему они вот чаще всего повторяются? Вот. Не, они по-разному, мне кажется. У кого-то спайк, может быть, постоянно. 8 бит. Да ладно, снова 8 бит повторяется. И того же цвета. И того же цвета. Так, открываем, смотрим. Что это? Леон. Леончик. Леончик в виде акулы, да? Угу. Дальше. Еще 2 остались. Карточки, вот эти. Да, это Пок, да, у меня уже его некуда девать. А, кстати, это... Пок, это мой самый первый персонаж, процесс, который я выпил. Выпил или выбил? Выпил, выбил. Выпил ты чай из него. Так, угадай, что это красное? Мне кажется, это ПМ-ка. ПМ-ка Пайпер. ПМ-ка! ПМ-ка. А, кстати, смотрите. Так, где эта ПМ-ка? Чуть-чуть другого оттенка. Мишаня говорит, его как будто их разрисовывали как будто фломастером на самом деле, да? Но я вам так скажу, ну, на фломастер сильно не похоже, потому что у всех одинаковый рисунок. Просто принтер, ну, не очень такой детализированный. Ребята, напиши обязательно в комментах, это оригинальный, либо это просто на Алике вот так делают красивые вот такие скрепыши. И по поводу, как они там цепляются... ну, сейчас как раз и... Мне кажется, что это не оригинальный. Вот так лесенку можно делать. Ну, смотрите, ну, держится нормально вообще, топово. Мне кажется, браслет можно из них сделать. Да, браслет можно, топово будет. Друзья, лайк, подписка, комментарий, дальше будет интереснее. Пока-пока.